Приветствую подписчики на моем канале, и в данном коротком видео и мини-обзоре я хотел бы рассказать о таком девайсе, как флеш-накопитель на 32 гигабайта от малоизвестной фирмы EAGET. Куплен данный флеш-накопитель был на AliExpress, и ссылка будет внизу в описании. Сам флеш-накопитель сделан из металла целиком и полностью, сборка очень хорошая, за время эксплуатации каких-то проблем не было выявлено. Чем примечательный должен флеш-накопитель? Во-первых, он имеет разъем USB стандартный, то есть вы можете передать файлы и документы посредством работы с обычным компьютером настольным или ноутбуком. А с другой стороны, мы имеем вход micro-USB. Также мы имеем небольшое ушко для одевания данного флеш-накопителя на брелок с ключами. Флеш-накопитель имеется в объемах 16, 32 гигабайта, как в данном случае, и 64 гигабайта. К сожалению, продавец, у которого я купил данный флеш-накопитель, более не продает объемом, отличительным от 16 гигабайт. Почему, не знаю. Можно найти, наверное, других продавцов, которые продают уже и другие объемы. Но гарантировать то, что будет хороший экземпляр, я не могу. Что показал данный флеш-накопитель? Во-первых, очень хорошая скорость чтения, составила порядка 130 мегабайт. На запись же примерно 29-33 мегабайта. Ну, вполне сносно. Я считаю, до такой цены очень даже неплохо. Подключить данный флеш-накопитель можно посредством micro-USB, допустим, к мобильному устройству, такому как смартфон или планшет. Одной отличительной особенностью и одним «но» является то, что ваш планшет или смартфон должен поддерживать технологию OTG, то есть передачу данных по порту micro-USB. Для передачи файлов необходимо будет установить любой файловый менеджер. В данном случае я буду использовать ES File Explorer. Для работы с данным флеш-накопителем вам необходимо будет иметь какой-нибудь смартфон или мобильное устройство, возможно планшет, с портом micro-USB, куда можно будет воткнуть флеш-накопитель, а также любой файловый менеджер. В данном случае я буду использовать ES-проводник, ссылку на него я укажу в описании. При запуске данного приложения и, соответственно, вставлении нашего флеш-накопителя в соответствующий порт, у нас появится сообщение о том, что найден флеш-накопитель, хотите ли вы использовать и открывать его в этом проводнике. Выбираем «Да», к сожалению, я уже данную процедуру сделал, и данного окошка не появляется. И, соответственно, у вас откроется флеш-накопитель. Ну, также можно будет открыть его нажатием на меню данного приложения в левом верхнем углу на три полоски. И у нас появится список доступных хранилищ, в самом низу такой девайс, как USB Storage. Нажимаем его и попадаем в корень данного флеш-накопителя. У меня уже в данном случае он заполнен. Что могу сказать хорошего по данному флеш-накопителю? Во-первых, он у нас малых размеров, стоит достаточно адекватных денег, имеет хорошую скорость чтения и записи, а также очень универсален в своем исполнении, то есть имеет micro-USB порт, который можно использовать и передавать файлы своих мобильных устройств. В данном случае, если у вас ограниченный объем, то, наверное, такой девайс это просто must-have. Надеюсь, мое видео было вам полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч!